зовут Андрей Рудницкий. Мы выехали из Горловки, когда началась война. Мы беженцы, еврейская семья. Ехали через Волноваху, объездными путями, через блокпосты. Добрались до Урзуфа, там пожили, потом переехали в Бердянск. Из Бердянска поехали на консульскую проверку в Харьков. Здесь прошли проверку, нас хорошо приняли, предоставили квартиру. Сначала квартиру на Дакара Яраша в египетском стиле, замечательная квартира. Потом мы переехали на Рос-Люксембург. Два квартира в баварском стиле, еще круче квартира, замечательная, совсем хорошая. Все есть, вообще никаких вопросов, замечательно просто. Вот. Также у нас еще семья Святогорские сейчас. Макаревич, они там слушают, приехал Макаревич, слушал Макаревича. Думаем с ними связаться, думаем, все будет хорошо. И куда? И уезжаем в Израиль на ПМЖ.